Подожди, хорошо? Куда едешь? Тормози. О, отлично, молодец. Быстро едем! Привет! Сегодня вторая серия нашего зимнего, точнее летнего приключения. Первую серию можно посмотреть по подсказке в правом углу. Тут моя тренер Лиза помогает мне и учит, как правильно стоять на лыжах. Лизи, я еду к тебе. Ты тебе понравилось кататься, Мария? Как тебе тренинг? Teacher good? You like teacher? Wow, this is the ball. This is monster. You got the monster right here, right? Yeah, look at this. Monster? It's a hidden monster. You got the monster right there. You got the monster right here. You got the monster right here. Почекаем инструктора. Почекаем. Она сейчас подойдет сюда, и мы пока не все вместе. Подождем Лизу. Лиза подойдет, вот здесь спустя. Добро? Лиза. Your name is Lisa, teacher. Юху! Теперь попробуем более сложную трассу. Посмотрите, как мы с Лизой едем. Уже получается намного лучше. Еще несколько таких занятий, и буду как профи кататься. Маршмеллоу. Так, вы одевайте один Мария, ставьте маршмеллоу. Так, все. Надь, Наникочка, держи. Wow. Tastes good? Попробуй такую штучку. Не надо размешивать, не надо. Шоколад, да? Шоколад. Tastes good? Идем в ресторан. Что будем кушать, Мария? Будешь стейк? Стейк будешь? Нет. Мария, что это такое? Я пью молоко. Корова, молоко надо? Дай молоко. Да. Нет. Ты, Мария, несешь? Это, наверное, перец или соль. А я хотела только шейк. Шейк? Мы накатались, и теперь домой. Пока!